Натерпелись. Дольщики Демидов парка начали избавляться от своих неблагополучных квартир. На алтайском портале недвижимости появилась информация о том, что люди массово распродают свою жилплощадь. Скандально известный долгострой в Новоалтайске планируют сдавать в эксплуатацию ориентировочно в марте этого года. По мнению экспертов строительного рынка, возможно, люди продают свои квартиры в этом доме, потому что за время ожидания изменились планы на будущее или семья стала больше. К тому же изначально обещанная застройщикам инфраструктура не оправдала ожиданий. Эксперты не берутся гарантировать, может ли покупка квартиры в Демидов парке быть абсолютно чистой, а потому советуют, прежде чем совершить сделку, изучить прошлое и настоящее дома. В первую очередь съездить посмотреть конкретно взятую квартиру, как она выглядит. Во вторую очередь попросить документы, связанные с подтверждением правообладателя к этой квартире. Документ должен быть зарегистрирован в Росреестре на случай, если объект уже сдан в эксплуатацию. А третьим моментом я бы порекомендовала там сделать акцент, посетить сайт госинспекции Алтайского края и посмотреть, насколько какой идет там документооборот по этому дому. По мнению некоторых риэлторов, прежде чем покупать квартиру в Демидов парке, стоит дождаться, когда весь дом официально будет сдан в эксплуатацию, но в этом случае может значительно вырасти и стоимость жилья.